Am avut o ședință împreună cu câțiva colegi. Мы провели заседание с некоторыми членами правительства и подсчитали, можем ли мы позволить себе увеличить компенсации. Вне зависимости от решения НАРЭ, которое будет принято по запросу Молдова-Газа, даже если тариф на природный газ вырастет, стоимость первых 150 кубов природного газа, использованных в течение месяца бытовыми потребителями, не изменится в феврале и марте. Останется в силе та же формула. Первые 150 кубов по цене в 6 лев 80 банов и следующие 100 кубов по цене 7 лев 90 банов. Напомним, 21 января АО «Молдова-Газ» запросила у Национального агентства по регулированию в энергетике увеличение тарифа на природный газ с 11 лев 80 банов до 15 лев 59 банов с учетом НДС.